Туристический сервер «Закарпатья» и туристический клуб «Альфокс» представляют. Дорогие друзья, я сейчас стою у подножия горы Горб. Вот она перед вами, гора Горб. Я сейчас буду спускаться вниз, меня уже зовут. И я хочу сказать вам, что наступило безветрие на перемычке. Ну, практически ветра нету. Погода, ну, хотя и пасмурная. Мы видим впереди по панораме облака. Сейчас я вам их покажу. Звук самолета слышен где-то в Поднебесье. И перед нами прекраснейшая панорама, которую вы видите. Вот она перед вами. И там место нашего базового лагеря. Я сейчас отойду, попробую прозумировать. Вот уже там ребята Анатолий. Да, они уже попробовали костер разложить. Ну, пробую зумировать, что получится, не знаю. Но в панораме все равно, тем не менее, прекраснейшие виды Карпат. И сейчас я буду спускаться к базовому лагерю «Ночевка», а завтра «Дарвайка» и село Негровец. Кольцевой маршрут, окончание, которое мы начали сегодня, пройдены вершины у нас и Барвинок, вершина Горб, и продолжается наше путешествие дальше.